Сегодня я хочу показать, как вот можно с помощью паяльника и вот пластиковых обычных стаканчиков буду делать такие вот горшочки для рассады. Это очень просто. Паяльник уже разогретый. Надо только просто вот сделать несколько дырочек. Оно легко проплавляется. Тут работает вытяжка. Дырочки вот так вот легко проплавляются. Вот получаются вот такие дырочки. Этих дырочек мне как раз хватит. Вот так я буду подготавливать стаканчики. Вон можно видеть на заднем плане. У меня вот они подготовлены. Буду делать такие вот небольшие стаканчики для рассады. Всем спасибо.